О. Так, ребята, всем привет. Буду заниматься. Время 3 часа. Начало 4. Буду заниматься, мыть трактор. Ездил вчера на покос. Вот здесь надо помыть все это дело грязно. Обмыть. Пыль летит, все летит. Вот сколько тут всего. Грязный весь. Так, вот здесь помыть надо это все дело. Вот, хоть и мыл я его несколько дней назад, все равно грязь нападывает. Так, сейчас надо укрыть эту магниту, чтобы вода на нее не попала. Вот, кстати, хорошо. Самовар помыть, гидроусилитель руля тоже попадает, пыль летит, просачивается. Вот так, все это надо помыть, радиатор помыть. Диме позвонил, сейчас должен Т-25 пригнать, наверное. Т-25 у деда стоит. Так, здесь еще надо будет помыть обязательно. Вот так. Т-25 у деда стоит. Дима, наверное, пригонит сейчас. Вот. Помоем. Так, надо сейчас сходить, целлофан взять. Закончил мыться, пошел дождик, упало несколько капель, и затем все прекратилось. Хорошо помылся, мало-мало. Ну, пойдет. Отмыл кое-что не отмыл. Ай, брызгать надо, отъедать эту химию-то я так все не купил. Все обещаю, говорю, куплю и не купил. Вот. Прыгай в багажник! В багажник садись! Да не надо, зачем мне багажник? Я сам покажу. Ну а как зачем? Он тебя прокатит хорошо. Да, я пешком. Он сам педалик крутит, видишь, как педалик крутит. Ну давай. Так вот.